вообще произошло такое, что, ну, как говорится, хаос, да, в жизни. То есть это не нравилась своя работа, не нравилось мое окружение, не нравилось даже те же самые отношения. И я начала копаться в себе, начала разбирать. Я поняла, что это убеждение внутри человека, да, сидит с детства. Причем, да. И получилось так, что просто я попала на практику, ну, то есть на сессию это хилинга. Мне сделали сессию. Первый это запрос был, то есть я не уважала себя, любовь к себе, вот такое, да. После сессии, получается, когда я уже прошла сессию, ну, как бы уже глаза начали открываться, понимая, что можно работать с убеждением, можно менять свою жизнь. И получилось так, что я попала на курсы тета-хилинга здесь уже, в Алмате. Курсы, это было, ну, что-то новое, да, для себя. Когда я закончила эти курсы, я поняла, что да. То есть сейчас для меня это все собралось в единое целое. До этого читали книжки, сила подсознания, то все, да, вы себя прокручиваешь, но было непонятно, как с этим работать. В итоге после курсов пришло понимание, что, ну, все целое, пазл собрался в единое для меня. После глубинных это было что-то с нечто. То есть настроение было вообще никакое. То есть я не понимала вообще, что дальше, столько копать, столько убеждений надо убирать, да? Ну, в итоге, после семейных, когда я вышла с курсов, это просто, ну, было такое ощущение, что появились крылья. Появились крылья, ты можешь все, ты, у тебя, то есть, если ты хочешь поменять работу, ты можешь поменять работу, тебе не нравятся твои отношения, ты можешь, опять же, поменять свои отношения. Не обязательно менять партнера, но можно сделать так, чтобы это было гармоничные отношения, такие, какие тебе нужны. Вот. После все вот эти убеждения, которые были раньше, они ушли и просто. Начала работу над собой дальше, потому что еще есть над чем поработать, чего бы хотелось бы изменить.